ты решите путь атрасурупам рупам тасья крча мури пури уматурим гошту атим радха кунда магирибарам о радика вадвасам прапту ясу патита крипая Sri Guru Tannatus Gurave Kaur Chandraya Radhikaya Tiraya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Lila Maya Vikrata Hema Vadivyatcha Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakya Vihina Aparada Lakshay Chita Шикар Смарха Сумрли Манора Радикар Сакамма Макрипа Нитхе Суприячана Кинкарим Куру Тавайвасми Тавайвасми Надивами Таявина Ити Викяя Деви Там Нама Чаванатикам. First of all, I offer my sustain Dandavat Pushpanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaratatama Guru Pada Padma, Nittalila Pravisht Om Vishnupad Ashtotarasata Sri Rupanugacharivarya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свой шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя Нитилилы Правишты Ом Вишнупада Ashtotarasata Sri Rupanugacharya Vari Shrila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru and to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю поклоны тысячи и тысячи раз у лотосных стоп учителя моего учителя Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. И в завершение я кланяюсь всем Вайшнам и Вайшнаве.
Yesterday we were discussing. Вчера мы обсуждали. Урупа Рагуната Паде Ойбе Акути Кабе Хама Пуджа Босе Юкала Пирити. When will I realize this supreme transcendental love for Radha and Krishna? Когда же я смогу постичь эту возвышенную трансцендентную любовь Радхи и Кришны? Oh, that realization will come when I am very eager to follow in the footsteps of great saints, especially our paradigmatical saints who have shown the way and leading the way in their life. See Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami. Я начну постигать что-то об этой возвышенной любви Радхи и Кришны лишь только тогда, когда у меня появится сильное рвение следовать по следам, идти следом за нашими самыми значимыми ачарьями, мастерами бхакти-йоги, Шри Рупой Госвами и Шрилой Рагунатом Дасом Госвами, которые своим примером, своей жизнью показали, как практиковать чистое бхакти. As the conditioned souls in this material world, our consciousness is filled with so many mundane worldly impressions. Будучи материальными, будучи обусловленными дживами, обусловленными душами, застрявшими в этой материальной среде этого мира, мы подвергаемся очень сильному влиянию материальных самскар, разных впечатлений, собранных за бесчисленные воплощения, разные жизни, которые мы прожили уже в разных телах. On the basis of these impressions, we are responding to our environment with various types of attachment and aversion and different emotions. То есть мы уже рождаемся с этими обусловленностями, этим комплектом самскар, впечатлений, собранных с прошлых жизней, и соответственно мы реагируем на окружающую среду, на происходящее, на всех в соответствии со своими самскарами. But great saints like Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they are Mukta Mahapurush, they are liberated persons. Their thoughts, their feelings are all divine, pure. And transcendental. То есть помыслы и поступки обусловленных душ контролируются и диктуются их самскарами и кармическими реакциями. Но такие возвышенные чистые вайшнавы, как Рупа, Санан, они вечно освобожденные личности, поэтому все их помыслы духовны, и вся их деятельность духовна по природе, они не подвергаются влиянию материальных энергий и кармы. So, first of all, they have written their divine poetry primarily, first and foremost, for the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu and Radha and Krishna. И все свои трансцендентные поэзии, произведения, прежде всего они писали ради удовольствия Радхи и Кришны, Чайтаньи Махапрабху. And also for their associates. И также ради удовольствия, как служение своим сподвижникам, другим чистым вайшнавам. And incidentally, the expression of their ideas and their divine feelings benefits us. Но также к нашей великой удаче мы тоже унаследовали вот это сокровище их трансцендентных реализаций, их трансцендентных эмоций, которые они выражали в этих поэзиях. So instead of spending your time absorbed in your own worldly samskaras, try to spend your time absorbed in the thoughts, the ideas and emotions of the great saints like Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. Поэтому старайтесь поместить себя хотя бы для начала искусственно в их мир. Забудьте о предвзятости собственными мыслями, собственными шаблонами, стандартами, мировоззрением и старайтесь поглотиться их поэзией, их мыслями, их мировоззрением, их пониманием реальности. So yesterday we heard how Srila Raghunath Das Goswami prayed to Chaitanya Mahaprabhu. Вчера мы слышали о том, как Шрила Рагунатха Дас Госвами молился Шри Чайтанья Махапрабху. After that, he began to pray to his Shiksha Guru,
Шрила Санатан Госвами. После этого в этой молитве он обратился с молитвой к своему Шикшагуру Шриле Санатне Госвами. Байрагья йога бхактирасам праятнер абхаянаммам манобипсамандам крипам будияха парадукадуки санатанастам прабхумасраями. He's saying, just in brief, I take shelter of my Prabhu, Sanatan Goswami. Вкратце, суть этой молитвы Рагхунатха Дас Госвами говорит, я склоняюсь в почтении перед своим Прабху, Шрилой Санатаной Госвами. Because he's a Kripambuddhi. He's like an ocean of kindness. Он подобен океану милости и доброты. He's Paradukaduki, his heart is so soft that he feels the pain of other living beings. If someone else is in pain, it gives pain to him due to his very soft heart and empathetic nature. Сердце Санатаны Госвами настолько доброе, мягкое, отзывчивое, что он переживает за страдания других. Если кто-то испытывает боль, он испытывает боль, сопереживая им. Even though I was blind, и Рагхунатха Дас Госвами говорит, несмотря на то, что я был слеп, I did not know anything about the transcendental world. Совершенно ничего не знал о трансцендентном мире. But and also, I heard something about it, but I didn't want it. И я даже не хотел ничего знать о трансцендентном мире, несмотря на то, что мне как-то удавалось что-то услышать от кого-то, но меня вообще этот мир не интересовал. Though I was unwilling. Не хотел вообще ничего этого духовного. Just like a child who is sick and they have to take medicine, but they don't want to take it. Then the mother will open their mouth and put the medicine. Подобно заболевшему ребенку, который отбрыкивается, отнекивается от лекарства, и мама все равно силой раскрывает рот ребенку и капает это лекарство, потому что оно необходимо, чтобы он выздоровел. And then they'll recover. И тогда ребенок выздоровеет. So I was like a foolish child, and Sanatana Goswami, even against my will, but he made me drink the nectar of bhakti rasa, the flavors of love for Radha and Krishna. И Шрила Рагхунатха Дас Госвами говорит, я был подобен этому упрямому, глупому, слепому ребенку, и Сананда Госвами, как добрая, заботливая мать и лучший врач, он силой напоил меня этим нектаром бхакти расы. Prayatnaya means he made very diligent endeavors because I am not an easy patient. Prayatnaya, то есть ему трудно пришлось со мной, потому что я такой тяжелый случай пациент и отбрыкивался. So he tried again and again. Он снова и снова совершал. Это не сразу произошло, он меня заставлял. Снова и снова делал попытку заставить меня выпить это лекарство, этот нектар бхакти расы. And by his mercy, now I have experienced this very sweet eternal divine taste of love for Radha and Krishna. Вот благодаря его усилиям, его терпению, по его милости мне удалось вкусить этот неописуемый нектар трансцендентных оттенков любви Радхи и Кришны. So there are so many beautiful emotions in this prayer. И в этой молитве содержится столько оттенков красивых эмоций. Just like an ocean has many waves rising and falling. Oh, throughout this one verse, many waves of ecstatic emotions of love for Krishna, and especially for, in this case, his Shiksha Guru, Sanatan Goswami, are rising and falling. Океан прекрасен, когда в нем бушуют волны, и в этом стихе много волн эмоций, эмоций признательности, благодарности, любви в адрес, восхищение в адрес самого Господа и особенно в адрес Его приближенных преданных, таких как Санатана Госвами. First of all, now Raghunath is old, and he's sitting on the bank of Radhakund and he's remembering his life, what he went through in his life. То есть, как мы слышали вчера, к этому времени Шрила Рагхунатха Дас Госвами уже в очень преклонном возрасте. Он сидит на берегу Радхакунды и вспоминает свою юность, свои встречи с Чайтанья Махапрабху, встречи с такими значимыми вайшнавами. Now, Sanatana Goswami is not his Diksha Guru, Mantra Guru. Sanatana Goswami не был его Diksha Guru, он не давал мантру с Рагхунатха. If he had already a guru, a Diksha Guru, what was the need of now a Shiksha Guru? Может возникнуть вопрос, у него уже был Ядунанда Начарья, Diksha Guru, зачем, в чем необходимость еще другого учителя, Shiksha Guru? The reason is that
when he was a young man, his Diksha Guru was Yadunandan Acharya, who was a recipient of the mercy of Vasudeva Datta. То есть еще в ранней юности его учителем, он дикша учителем был Ядунандан Ачарья, который сам был объектом милости Васудева Даты. So at that time he was not ready for Raganuga Bhakti, the spontaneous devotion, which aims at the attainment of Radha Krishna's eternal service. То есть дикшу он получил достаточно рано, в юном возрасте он не был готов, у него не было квалификации на Рагануга Бхакти, на осмысление таких возвышенных лил, как любовь Радхи и Кришны, или даже не было никакого желания и стремления к этому спонтанному преданному служению им. In Braja. Именно их лил во Врадже. He wasn't ready for that. Он не был готов к этому. So, in the beginning, one has to learn about Vaidhi Bhakti. Поэтому начинается все с азов. Человек, познакомившись с Бхакти, должен все узнать о Вайди Бхакти. How to turn one's attention away from the material world. Как начать отстраняться от материальной среды? And to become dedicated, invest one's time and energy in the service of God. То есть изначально человек учится духовной самодисциплине, как отрубить вот эту привязанность к материальному всему, как посвятить себя искреннему служению Господу. And that service is expressed by very carefully following the rules and regulations of Vaidhi Bhakti, regulative devotional service. И вот на этом уровне служения это служение характеризуется строгим придерживанием правил и предписаний, то есть вайди от слова видхи, правила и предписания. So previously Raghunath Das Goswami had prayed to his Diksha Guru, Prabhu Rapi Yadunandano Yaesha Priya Yadunandana Unnata Prabhava Swayamatula Kripamrita Abhishekam Mamatans Mkritavans Aham Gurum Prapadei. Oh, I take shelter of my guru Yadunandan Acharya, who is very dear to Yadunanda Krishna. То есть ранние молитвы Рагхунатха Дас Госвами к своему гуру, чтобы я склоняюсь перед Ядунанданой Ачарьей, который очень дорог Ядунандане Шри Кришне. He gave me abhishek. In the nectar of his mercy. Он совершил абишек, он омыл меня нектаром своей милости. That means in his young age he heard you are not this body. То есть Ядунандан Ачарья объяснял юному Рагхунатху, ты не есть это тело. So don't be in animal consciousness, only thinking that you are this biological contraption. То есть не веди себя как животное, не замыкайся на вот этом узком сознании, думая, что ты есть эта плоть, и не живи в соответствии с тем, что ты тело. He taught from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Эйте чангса калапунгса Кришнасту Бхагаван Свайам. Krishna is the supreme personality of Godhead. Он объяснил ему, приводя цитаты и доказательства из Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, что среди всех различных ипостасей Господа и аватар Кришна Свайам Бхагаван, он изначальная верховная личность Господа, источник всех этих ипостасей. Веданти таттатва видастатвам ят гьянам адвайам брахмейти параматмейти бхагаванити шабдитай. He taught me that Brahman, the liberation in the light of Brahman, this is not the highest goal. This is just the Amsik Abbas, the very partial semblance of the effulgence of the aura of Krishna. Ядунанда Начарья объяснил своему юному ученику, что постижение, осмысление Брахмана, вот этой ауры, исходящей из тела Господа, не есть высшая реализация. Это же первый шаг в правильном направлении. Частичное познание верховной истины. The Paramatma, form of Vishnu, Chatubhuj form of Vishnu in the heart, which is searched for by the yogis in their meditation. This is also not the supreme goal of life. He is only angsa of angsa, part of a part of Krishna. Также объяснил, что сверхдуша for the purpose of creation. Не является объектом поклонения для дживы. У дживы нет вечной связи с Параматмой. Это лишь частичное ангсик проявление верховного Господа. Личностного Бхагавана Шри Кришны. From Bhagavad Gita he taught me, Matha Parataram Nandyat Kinchidasti Dananjaya. Oh, there is no truth superior to the personal form of Bhagavan Sri Krishna. Он объяснял философии Бхагавад Гиты, объясняя, что нет более высшей истины, чем личностное проявление Бхагавана Шри Кришны. By his mercy, I had very good sadhu sangha in the form of
Шрила Харидас Такур. И по милости моего дикша учителя Йогананда Ачарьи мне посчастливилось общаться с чистыми вайшнавами, обрести саду сангу в лице Харидас Такура. When I was a little boy, Харидас Такур used to take me on his lap and say, "Chant Hare Krishna, Hare Krishna." Харидас Такур навещал семью Рагуната Дас Госвами, когда тот был еще маленьким, брал его на колени и говорил: "Воспевай Хари Кришна." Do you want to hear a story about a little boy like you? И спрашивал: ты хочешь сказку услышать про маленького мальчика такого как ты? Yes, yes. Tell me a story, Uncle Haridas. И я говорил: да, дядя Харидас, расскажите мне историю. And he would tell him about the life of Prahlad Maharaj, the boy saint. Шрила Харидас Такур рассказывал ему о жизни юного маленького святого Прахлада Махараджа, принца Прахлада. Hearing this, the boy was captivated. Oh, I want to be like Prahlad. Юный Рагунат восхищался, и для него Прахлад стал героем, идеалом поведения. And Haridas Thakur can tell this story with deep realization because he is actually the incarnation of Prahlad. Maharaj himself was telling the story. И Харидас Такур рассказывал очень ярко, красочно, осмысленно эту историю. Почему? Потому что он частичная экспансия Прахлад Махараджа, поэтому он все знает про Прахлада Махараджа. My Gurudev showed me how to do puja, make offerings to the deity. Рагунат Дас Госвами вспоминает, как его Гурудев Йогананда Ачарья обучал его, как поклоняться божествам, как проводить им пуджу. So he has prayed to Йогананда Ачарья as in his sadhak form as Йогананда Ачарья. То есть, когда он прославлял своего дикша учителя Йогананда Ачарья, он прославлял его садак проявление внешнее, как Йогананда Ачарья. But from whom he has learned all the fine details of Raghunuga Bhakti, service to Radha Krishna, he prayed to his Shiksha Guru, Bhajan Shiksha Guru, that is, Srila Rupa Goswami, Twam Rupa Manjari Sakhi Pratita Puresmin. Not in the Guru's form of the Guru as a Sadhak in this world, but in the form of a beautiful gopi maidservant of Radharani, Rupa Manjari. Нам совсем с другого ракурса, по-другому молился Рупи Госвами своему Баджан Шикша Гуру, который поведал ему все тайны Рагануга Бхакти, именно служение Радхи Кришне в кунджах Вриндавана, в настроении Манджари Бавы. И к нему он уже обращается не как к садаку Рупи Госвами, а как Рупи Манджари. So, if one's Diksha Guru has not taught one, if he's taught you one only about Vaidhi Bhakti, but not Rāganuga Bhakti, then it's necessary to have later another guru, Bhajan Shiksha Guru, who will teach about Rāganuga Bhakti. То есть, если по каким-то причинам Дикша Гуру не успел или не смог поведать ученику о чем-то больше, чем Вайди Бхакти, то, конечно, возникает необходимость найти достойного Bhajan Shiksha Guru, который поведает вот эти истины. But if the Diksha Guru has taught about Vaidhi Bhakti and also give guidance in Raghunuga Bhakti, then it may not be necessary. Но у кого-то иная траектория духовной жизни, и Дикша Гуру играет роль Bhajan Shiksha Guru и успевает или имеет квалификацию на то, чтобы поведать ученику Raghunuga Bhakti. So both are necessary. То есть два аспекта необходимы в духовном развитии. What to speak about the Diksha Guru in Vaidhi Marg? Even any person who has tried their best to inspire us to come to the path of bhakti and engage in hearing, chanting and remembering, see, we cannot repay them. То есть, что говорить о благодарности Дикша Гуру, который вел нас на пути Вайди Марга? Любой человек, который сыграл роль в нашей жизни, подталкивал нас поближе к бхакти, уговаривал, угощал просадом, убеждал почитать духовную литературу или прийти на Намахату и встретить саду, все эти личности достойны нашей вечной благодарности и трепетного отношения почтительного к ним. It's extremely difficult to take a soul who is in maya, in illusion, and completely infatuated with the existential struggle of life, and engage them in the practice of devotion. Вы себе не представляете, насколько трудно. Which has no worldly, there's no worldly remuneration for that. Насколько вы не представляете, насколько сложно взять обусловленную душу, которая как мотылек рвется к огоньку вот материальной жизни и просто в этом паутине этой погрязла, там и интересно, и повернуть внимание этой души к бхакти, заинтересовать, потому что в бхакти нет оплаты, нет
никаких стимулов материальных, поэтому это невероятно сложно поменять траекторию судьбы, обусловленной дживой. Generally, people that don't want to do anything, that they don't get paid for. Что люди не любят делать что-то, что не сулит какой-то награды, если не денег, то чего-то подобного, похожего или интересного такого. Oh, which does not give some immediate stimulation to the senses, their senses or the senses of their family members. То есть деньги нужны или что-то, что может простимулировать, доставить удовольствие их чувствам или чувствам близких родственников там своих. So that person or any person who guides us out of this illusion and connects us with the service of God. Or then we can never repay them. Поэтому если в жизни появляется духовный маяк, который нас зовет к духовной жизни, к бхакти, то мы всегда остаемся в неопладном долгу перед такой личностью, что кто-то заинтересовался нашей судьбой и как репку тащил нас снова и снова выдергивал из вот этого влияния, из вот этой ловушки иллюзии. And even all those, they did not bring us, but only they were there while we were practicing. And you practicing together, all those you are practicing with, they're all giving support to your practice. И даже если кто-то напрямую не привел нас к бхакти, но просто был в этой среде, где вы собирались на намахаты или на программы, пел вместе с вами киртан, это тоже значимые люди для вас, потому что они были этой полезной средой, в которой вы могли созреть как духовная личность. You will not be so enthusiastic by yourself. Потому что если вы в одиночку дома сидите, энтузиазма у вас будет мало. If only you are in this room. Если тут никого, кроме вас, and одного не было. And the 100 people are not here, and Kaliya Daman is not playing on the keyboard with all the Gandharvas in the kirtan, then you will not be so ecstatic. Вот представьте, что отсюда всех этих 100 человек убрать, и Kaliya Daman с его прекрасной аранжировкой, и вы тут один. У вас будет такой же энтузиазм на бхакти, на пение, на слушание катхи? So try to be aware of the indebtedness we have to the other devotees. Поэтому культивируйте благодарность, благодарность к тем личностям, которые помогли нам бхакти, благодарность к своим собратьям духовным, к другим преданным, всем, кто присутствует в вашей духовной жизни. Это очень важные люди. If we have to sum up this verse of Srila Raghunatha Swami in only one word, it would be gratitude. То есть, если подытожить вот суть этой молитвы Рагхунатха Дас Госвами, это слово будет благодарность. Those who are grateful and appreciative of the treasures that they have received in their spiritual life will receive more and more. То есть тот, кто благодарен за те сокровища, которые он уже получил в духовной жизни, он гарантирован получить больше. Mm-hmm. То есть если у нас есть благодарность, признательность, мы получим еще. And those who become complacent and they don't feel gratitude, then they will be cut off from further progress. А вот такие сухие, неблагодарные люди, они лишатся того, что они даже уже получили. Они даже не понимают, чего они себя лишают. So all the devotees are playing a role in inspiring us. When we disrespect them, this means we are ungrateful and our progress is checked. And soon the mature energy will take you away from the association of devotees. То есть урок следующий, что нужно. Then you may learn to appreciate. Очень внимателен ко всем преданным. Не только к старшим преданным, а к каждому, даже кто кажется вам младшим или значительным, каждый важен. И в глазах Кришны, и в вашей жизни он играет важную роль. Поэтому если мы принижаем кого-то, пренебрегаем или не уважаем, то постепенно наша бхакти начнет вот вера высыхать, и мы даже сами не поймем, что произошло, и нас выкинет из бхакти. Мы окажемся обратно в материальной среде, где нас засосет это болото. Still, we have a special indebtedness to our Diksha Guru and Shiksha Guru because they are inspiring all the devotees and that they are inspiring. То есть каждый преданный важен и достоин благодарности и уважения, но, конечно, самое важное место в нашем сердце занимает в нашем уме наш Дикша Гуру, наш Шикша Гуру, потому что это те личности, которые дают духовный запал всем преданным. Они насыщают энтузиазмом всех. They are the generals in the Sankirtan army of Chaitanya Mahaprabhu. Такие личности. У нас всегда в вайшнавизме есть иерархия. Вот это генералы армии Чайтани Махапрабху. Наши чистые вайшнавы, Дикша, Шикша, Гуру. From their glands, from the power of their kirtan and harikata, the kripa shakti of Supreme Lord Sri Krishna is flooding everywhere. Это особенные личности. Они настолько мощные, что обладают такой духовной силой, что просто взглядом, улыбкой, даже краем глаза они взглянули, пошла милость Чайтани Махапрабху. То есть это носители сварупа шакти Господа. So,
We are very indebted to those who bring us out from the worldly attachments and teach us the basic principles of bhakti, the siddhantas, philosophical points and practices. Благодарны тем, кто привели нас к пути бхакти, кто хотя бы познакомили нас с азами того, что такое бхакти, дали нам какую-то информацию там из гиты о том, что мы не есть это тело, основной сиддхантой познакомили, философией. Because if a person tries to enter into spontaneous Raghunuga bhakti to Radha and Krishna without having a strong foundation in these things and without being detached from the worldly conception of life, then that attempt at Raghunuga bhakti will be a disaster. То есть сентиментальности нет места в бхакти. Это очень научный подход. Если человек с разгона хочет пренебречь, говорит, ой, правила, предписания, это скучно, это не для меня, я продвинутый, я люблю Кришну, он сразу хочет заниматься Рагануга Бхакти, спонтанным преданным служением, но это просто смехотворно, это все очень плачевно закончится, потому что у него не будет основы философской, и этот запал иссякнет очень быстро, вот этого ложного энтузиазма и восторга по поводу спонтанного преданного служения. И будет катастрофа просто. So, Raghunath Das Goswami is remembering how by the mercy of his Diksha Guru, he came from his home in Bengal and came to the shelter of Chaitanya Mahaprabhu. И вот сейчас уже в преклонном возрасте, сидя на берегу Радаконды, Рагхунат Дас Госвами вспоминает, как по милости своего Дикша Гуру Ядунандана Ачарьи он покинул отчий дом в Сафтаграме в Бенгале и смог убежать наконец-то успешно в Джаганнатхапури. Прибыл к лотосным стопам Чайтани Махапрабху. And he was there for about 18 years. И почти 18 лет он провел в Джаганнатхапури. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he became apricot, unmanifest from this world. То есть 18 очень удачливых лет он провел вместе с Чайтани Махапрабху, после чего Чайтани Махапрабху завершил свои лилы на земле и стал апракат, невидимым. Gradually, Swarup Damodar Goswami and Srila Gadadhara Pandit also left this world. Вслед за Махапрабху стали уходить его ближайшие спутники, Swarup Damodar, Gadadhara Pandit. Один за другим они уходили. So now, for Raghunath Das Goswami to stay in Puri was unbearable because every particle of dust in Jagannath Puri was reminding him of Chaitanya Mahaprabhu and his loving associates. И пребывание в Джаганнатхапури стало невыносимым для Рагхунатха Дас Госвами, потому что он полностью осиротел. Он потерял самых своих близких людей, он потерял старших вайшнавов, Махапрабху. И вот каждая песчинка Джаганнатхапури, каждое здание, каждый парк напоминал ему об этих удивительных личностях. Он больше там просто не мог, это было слишком болезненно оставаться там. So he decided, I cannot live anymore, I cannot stay alive. Он думал, я жить больше не хочу. I'll just give up my life. Я хочу умереть уже, не могу так жить. But he did not just try to commit suicide. Но он не думал о том, что просто закончить жизнь суицидом. Because his goal is to attain Radha Krishna. Потому что цель его все равно всегда оставалась обрести Радху и Кришну, служение им. He could have drowned in the ocean in Puri if he wanted. Он мог просто пойти утопиться в океане в Пури. Or he could have been. He went through very dangerous Jarikanda forest on the way to Vrindavan. He could have stayed in the forest and been eaten by some lions. Или просто задержаться в лесу надолго, чтоб львы его съели там, или питон какой-то напал. Никто бы об этом даже никогда не узнал. But he was remembering two things. Но он помнил о двух вещах. First of all, in Gita, Sri Krishna said, "Yam yam vapi swaram bhavam, tyatyatyanti kalevram, tam tame vaiti kaunteya satatad bhava bhavitha." Whatever your mind is absorbed in the last moment of your life, the point of death, then you will go there. Он вспомнил наставление Кришны Арджуне в Бхагавад-гите, когда Кришна говорит, то, о чем человек думает в момент смерти, к тому он придет. And he remembered also, Chaitanya Mahaprabhu gave me this Govardhan Shila, stone from Giriraj Govardhan. И он всегда помнил о своей Govardhan Shili, которую Чайтанья Махапрабху подарил ему. So, he's given me a place at Govardhan. И он подумал, Махапрабху поместил меня у подножия Говардана, то есть он мне выделил место на Говардане.
I will walk to Brajmandal and go to the top of Govardhan and then jump off the top of the mountain and give up my life. Поэтому Рагунат Дас Госвами принял решение, он говорит, жить я больше не могу без Махапрабху, без Сваруп Дамодара, без Гададра Пандита. Я сейчас пешком дойду до Вриндавана, заберусь на пик Говардана и сброшусь с него, и там я закончу жизнь. Асаммахо чарана рену джуша махамсам Вриндаване кимапи гомалатаушадинам. Я джуста джамсваджана айапатамца хитва бейджо макунда паравим срудебе вимегьям. It will be a matter of great fortune for me. Because if I die by jumping from the top of Govardhan, then in my next life at least I could become a blade of grass at Govardhan. And when the gopis are running to meet with Sri Krishna, then I could get the touch of their foot dust. Рагунат Дас Госвами думал, что это будет моей великой удачей сброситься и разбиться насмерть у подножия Говардана. Возможно, в следующей жизни я перевоплощусь и стану стебельком травы. И когда гопи будут бежать по лесу навстречу с Кришной, они заденут меня своей стопой, и я обрету пылинку с их стоп. And by the touch of the foot dust of the gopis of Vrindavan, my life will be successful. И от прикосновения, от контакта с трансцендентной пылью в Раджа-Раджам со стоп гопи, я обрету успех. So he set out, and when he came to Braja, then, because Mahaprabhu had told him, he remembered, he said, Rupa and Sanatan are like your brothers. И он отправился пешком во Вриндаван из Джаганатхапури, и он вспомнил, что Чайтанья Махапрабху однажды сказал ему, что Рупа и Санатан, которые живут во Врадже, они твои братья. So without saying anything to them, he came and he bowed down at the feet of Rupa Goswami and Sanatan Goswami. И он нашел их во Вриндаване, не представляясь, ни слова не говоря им, просто приблизился и поклонился им. So Sanatan Goswami looked at him. And he could read his mind. Санатан Госвами взглянул на Рагуната Даса и тут же прочел, что было у него в сердце и уме. Рупа Госвами was a very simple and artistic person. But Санатан Госвами, though he was also very artistic, but he was expert in the Rajniti, politics. He can look at a person and understand what is his plan. Рупа Госвами был более простодушным. Because he used to be the prime minister of the emperor Nawab Hussain Shah. Шрупа Госвами был очень креативным, талантливым, таким творческой натурой, но был более простодушным. А Санатан Госвами был очень хорошим стратегом, дипломатом, психологом, поэтому он мог взглянуть на человека и тут же понять, что это за человек, о чем он думает и так далее. Потому что он был раньше работал премьер-министром в царстве этого шейха Наваб Хусейна, поэтому он прекрасно разбирался в людях. So he knew. From looking at Raghunath Das Goswami, what was his intention? Он взглянул на Рагуната Дас Госвами, тут же считал все, что происходило в нем, что он намеревался сделать. So to change his mind. И чтобы переубедить его. He told a history from his own life. Он рассказал ему историю собственной жизни. He said, "Oh, many years before." Он поделился с ним. Он сказал: "Ты знаешь, много лет тому назад." On my way to Jagannath Puri, I drank some contaminated water, and from this I became afflicted with a terrible skin disease. Сказал, я шел в Джаганатхапури. From the bacteria. И в лесу я напился там уже испорченной воды, которая была отравлена бактериями. От этого я покрылся язвами. So my body was covered in sores and pus, and they were breaking, and blood was coming out. То есть все тело покрылось гнойными ранками, там гной, кровь текли постоянно. But when Chaitanya Mahaprabhu used to see me giving pranams to him, he would pick me up and embrace me, and then the pus and blood from my body was smeared on the transcendental form of Chaitanya Mahaprabhu. Это случилось, когда я шел в Джаганатхапури повидать Чайтанью Махапрабху, и прибыл я туда уже в этом уже с этой ужасной болезнью кожной. И каждый раз, когда я кланялся Чайтанье Махапрабху, он видел меня, он тут же поднимал меня, прижимал меня, обнимал, и вот этот ужасный гной и кровь оскверняли его трансцендентное тело. So I decided I should give up this body. Next time it's the Rath Yatra festival, I'll jump in front of the wheels of the chariot of Lord Jagannath and Ram Nam Satyai. И я чувствовал себя омерзительно, таким оскорбителем, что я осквернял самого Махапрабху, поэтому я принял решение, что когда наступит праздник колесниц, я просто брошусь под эти огромные колеса колесницы Господа Джаганната, умру и получу там трансцендентное освобождение. Это все, все. Не буду так я жить. So I was thinking like this, and one day Chaitanya Mahaprabhu said,
Hey, Swarup Damodar, you know this sanatan? He does not know the basic principles of dharma even. Я уже придумал вот этот план, жил в ожидании праздника Радхаятры, чтобы броситься под колесницу. Однажды Махапрабху, взглянув сначала на меня, посмотрел на Свароп Дамодара и говорит: Свароп Дамодар, ты знаешь, что вот этот санатан, он вообще ничего не знает АБВ, о этикете поведения. Is it dharma to destroy the property of another person? Он вообще законов не знает. Он думает, что это дармично разрушать собственность чужих. Then Sananda Goswami understood what he was saying. А Сананда Госвами тут же понял, о чем Махапрабху говорит. Mahaprabhu said, oh, your body belongs to me. You have surrendered to me, so it belongs to me. You cannot take it back. Махапрабху пояснил это еще больше. Он сказал: твое тело — это моя собственность. Ты предался мне, поэтому ты принадлежишь мне, а не себе. So you have no right to destroy it. Какое право ты имеешь решать, как обходиться с моей собственностью, разрушать ее? If I could attain Krishna Prem by giving up my body, in one second I would give up my body 10 million times. Махапрабху сказал: если б я мог обрести Кришна Прему, там, бросившись под колесницу, там, покончив жизнь с суицидом, я бы это каждую секунду 10 миллионов раз сделал. But alas, it will not work. You will have to do sadhana. Но увы, вот эти суициды не помогут. Садхану все равно придется совершать. Hey, Sanatan, I have many objectives I want to achieve instrumentally through your body. И, Санатан, я очень многого собираюсь достигнуть, используя твое тело, тебя как инструмент в моей миссии. Not only that. But your body is actually transcendental. I embrace you to purify myself. Это раз. А во-вторых, твое тело трансцендентно. Я обнимаю тебя с целью осветиться сам, возвыситься. Дикша кале бхакта каре атма самапан сей кале кришна каре тари атма сам сей дея каре тари чирананда мой апракрита дея тара чарна бхажай. Mahaprabhu said, at the time of Diksha, the second initiation, then the disciple does atma samarpan, offers his soul fully to the spiritual master, and spiritual master offers him to Krishna. И Махапрабху объяснил, что во время духовного посвящения, второй инициации дикши, ученик совершает акт самопредания полного лотосных стоп духовного учителя. Духовный учитель в свою очередь передает вот эту душу, предлагает ее Господу. Then Krishna accepts that person as his own family member. И так как гуру предлагает эту атму, эту душу, то Кришна тут же принимает эту душу в круг своих близких. Krishna makes his body transcendental, and in that spiritual body he serves. И Кришна одухотворяет тело этого человека, получающего дикшу, и тогда он уже может служить Господу. But he says, "Na devo deva machayat." Let's say someone wants to serve Indra. Например, если кто-то хочет служить полубогу Индре. So Indra is a demigod. Это девата. So in order to serve him, you yourself have to become a demigod and go to Swargalok. Но чтобы служить Индре, вы должны обрести тело полубога тоже и жить на одной планете, на Сварге с ним, тогда вы можете ему служить. So if in order to serve a demigod, you have to become a demigod, then how will you serve Supreme Lord who is Satchidananda without becoming Satchidananda? Если чтобы служить девате, полубогу, вам необходимо стать самим полубогом, то как вы намереваетесь служить Верховному Господу, который Сатчитананда, если вы сами не есть Сатчитананда? It's not possible. If you are on the ground floor and someone is on the 8th floor and you want to serve them, you cannot serve them on the ground floor. You have to go up to the 8th floor. То есть если вы в подвале, а кто-то на восьмом этаже, вы не сможете из подвала служить тому, кто на восьмом этаже. Вам надо сесть в лифт и подняться туда, чтобы so служить. So when the disciple comes to Guru and does Atma Samarpan, he surrenders himself fully. Then, by the mercy of Gurudev, his body and senses become transcendental, and now he can relish the nectar of Харинам and Krishna's service. Поэтому, когда ученик воистину совершает акт самопредания в момент получения дикши, и Гурудев принимает этого ученика и предлагает эту душу Кришне, то тело такого ученика одухотворяется, и тогда он может вкушать нектар Харинамы и дикша мантр. But there must be Atma Samarpan. Но, конечно, необходимое вот это условие, что происходит акт самопредания, Атма Самарпан. Complete offering of the self. Полностью отдать себя, посвятить себя. Many people make offerings. Многие делают подношения, что-то дарят или предлагают. But you have to understand this
specific nature of making an offering to God. Но нужно понять, что такое сделать подношение Господу. For example, in Gita, Sri Krishna said, "Yat karosi yadashnasi yadjavosi dadasi yasaprasasi tukonteyatata tat kurushva mararpanam." Hey Arjun, whatever activities you perform, whatever sacrifices you perform, whatever austerities you perform, or whatever charity you give, then you should do that as an offering to me. Кришна Бхагавад Гите говорит, какие бы поступки ты не совершал, Арджуна, какие бы пожертвования ты не делал, то есть любая деятельность, которую ты совершаешь, делай это как подношение мне. So this person, whatever he's doing, or if he's giving charity to poor people, he's doing everything in the name of God. Поэтому многие люди действительно и дают милостыню во имя Господа, и жертвуют что-то, и благотворительностью занимаются во имя Господа. But actually he's completely prakrita, material. Но человек может это делать, но это все равно полностью мирская деятельность. He has no God consciousness. Что у человека нет осознания Бога. Why? Почему? Because he has pritagdrisha. Потому что человек движет... The vision of separateness, pritagdrisha, a vision of which is pritag, separate. То есть у него, потому что человеком движет pritagdrisha, он движим вот этой двойственностью. I am separate from God. Он чувствует себя отдельным от Бога. And my money or my food or whatever is also separate from God. And very mostly I'm giving them to God. То есть человек думает, деньги мои, у меня все хорошо, надо там дать десятину или что-то пожертвовать бедным, у которых ничего нет. Я очень добрый, я состоятельный, я жертвую. То есть Бог где-то отдельно не фигурирует на самом деле. Человек думает, все это я, мое, я вот это делаю. Но во имя Господа. Some things I'll give now, some things I'll keep and I'll maybe give later. И думает, сейчас я дам вот столько-то, позже я еще что-нибудь дам. Еще что-то проспонсирую, когда захочу. This is not the samarpana. Но это не является самарпана. Try to see the example of the servant of a king. Давайте рассмотрим пример слуги царя. The servant of the king. The king is sitting at the dining table, and the servant comes with a golden plate, and he puts the food in front of the king. Допустим, царь сидит за столом, там на своем специальном стуле, троне. Слуга подходит, подносит золотой поднос, там с тарелками ставит перед царем. He never thinks that he's making an offering. Слуга не думает, что он делает подношение. Why? Because his golden plate is not his, it belongs to the king. Он понимает четко, что это... It was the king's plate, the king's table, что он не дает the king's ничего. Kitchen. То есть не то, что вот я делаю вам подношение. Он понимает, золотая тарелка царя, стол царя, стул царя, я сам принадлежу царю. All the food on the plate was from the king's pantry, where the king had paid for everything. Он знает, что все заплачено царем, кладовка набита едой, которая принадлежит царю, то есть нет вопросов такого, что я вам подношу что-то. So all the things that already belong to the king, то есть он взял то, что... He's just being instrumental to give the king's things to the king. Он просто понимает... So he's not thinking I'm making offering. Как почтальон, он доставил то, что уже царю принадлежало и было сделано за деньги царя, он с места одного перенес к другому и поставил перед царем. So what will you offer to Krishna? Поэтому что вы по факту можете предложить Богу? Everything already belongs to him. Если все и так ему принадлежит. But if you have pritagdrisha, I'm getting these things and now I give them, now Krishna owns them. But before he didn't. Но если у вас pritagdrisha, то появляется это глупое инфантильное мышление. Сейчас я сделаю Кришне подношение. Вот этого у него раньше не было, сейчас это у него будет, потому что я это подношу ему. So when you know that all the service you are doing and all the paraphernalia that you're using for Krishna's service, you are not offering anything to him. It already belongs to him, then this is called samarpa. То есть самарпана — это вот смена мировоззрения, то есть понимание, что все принадлежит Господу, тут включая нас самих, и нам просто позволяет участвовать в этом процессе как инструменту, вот эти все подношения, которые мы делаем, парафиналии, которые мы используем, это все и так принадлежит Кришне. That is samarpana. И когда вы это признаете, этот факт, эту реальность, тогда значит, что вы совершили вот этот асамарпан. But it's still not атма-самарпан. Это самарпан, но не является атма-самарпаном. Because when the mind is cleansed from the duality that anything exists separately from, or anything is not already belonging to God, but you are not thinking that yourself, your soul is also one of those things that already belongs to God.
Then it can be samarpan, but it's not yet atma samarpan. То есть это поэтапное осмысление. Вначале вы сможете, вот если ум очистится, сознание достаточно до самарпаны, то есть осмысление, что все Господу принадлежит, и это не ваше. Это уже замечательно, но это станет атма-самарпаном, когда сознание очистится достаточно до того, что вы поймете, что вы сами принадлежите Кришне, что ваша душа — это его частичка, его собственность. Because you have pratak-drisha, a vision of separation, not in regard to the things, but in regard to your atma, yourself. Потому что вы уже даже можете избавиться от этой притак-дриши, вот это разделенного восприятия по отношению к материальным ингредиентам, всему остальному, но вы можете не... все еще не осмыслить, что ваша душа тоже собственность Кришны. So when the disciple does atma samarpan, that means he just gives up the ego that I am separate from or independent from God. Then that is atma samarpan. То есть когда полностью человек избавляется от этого эго, вот этого ахамма, мети, понимание, что и моя душа тоже принадлежит Господу, и тогда вот этот ученик совершает акт атма самарпаны. That disciple has no resistance. И он уже никакого сопротивления учителю не оказывает. No hesitation. Он не колеблется, он не сопротивляется. It becomes kinkar. Ainanda tenuja kinkaram. Kinkar means kim karomi. Just standing there waiting. What can I do for you? Совершенно иной сорт ученика. То есть это кинкар, настоящий слуга. Что я могу для вас сделать, господин? Всегда наготове услужить, никогда о себе не думает. So when the disciple does this at the moment, at the time of Diksha, Krishna accepts him. After that, the activities which are performed after that point are called Uttama Bhakti. Потише. И тогда вот, когда такой человек предается духовному учителю, то тогда уже его тело действительно становится садчитананан с того момента, и он может служить нам, Прабху, святому имени. Wait, what do you say? Before you said this, once he becomes садчитананан, he can relish the nectar of nam and serve Krishna, and so he is садчитананан. After the person has done atma samarpan, then the activities can be called uttama bhakti. И тогда уже деятельность такого вайшнава называется уттама бхакти, чистая бхакти. And before that, it is like bhakti abhas, only a semblance. So the experience is very, some experience can come there also by the power of sadhu sangha, but it's somewhat diluted. То есть опять надо понимать, что бхакти — это поэтапный процесс, и есть много градаций бхакти. Поэтому вот чистая бхакти — это такой золотой стандарт. До этого это будет разбавленная бхакти, подобие, но все равно будет как какие-то реализации, ощущения духовные. Они будут маленькими, незначительными по сравнению с тем вкусом, который появится у того, кто практикует чистое бхакти. So Mahaprabhu said, Sanatan, you offered yourself to me, you cannot take yourself back. Поэтому Махапрабху сказал, ты уже предложил себя мне, твое дело, моя собственность, как ты можешь сейчас сам решать, что ты будешь там делать с собой? So by describing his own experience to Raghunath Das Goswami, Sanatana Goswami persuaded Raghunath Das to stay alive and do sadhana. И таким образом, поделившись своей историей с Рагунатом Дасом Госвами, Санатана Госвами убедил его, что тот должен забыть об этой идее, прыгать с Говарданы, что он должен продолжать жить и практиковать свою садхану. So anum bipsumandam, I was blind and I didn't want to do the sadhana. И сейчас Рагунат Дас Госвами в преклонном возрасте, он вспоминает своего шикша гуру Санатана Госвами с благодарностью, говорит, я не хотел, я был слеп, я не хотел заниматься этой садханой и вкусить нектар бхакти-расы. But now he's old and remembering his life and thinking, oh, when I was young, if Sanatana Goswami had not saved me, then I would not have lived here on the bank of Radhakund. I would not have been able to read the Lalit Madhav and Vidagdha Madhav and Ujjwala Nilamani of Rupa Goswami. То есть на тот момент после ухода Махапрабху и его приближенных спутников он был в таком духовном отчаянии, он не хотел жить, искренне не хотел жить. Но сейчас уже на старости лет он с такой благодарностью вспоминает то, как Санатана Госвами остановил его от этого поступка, и что благодаря этому он теперь смог быть на Радхакунде, он смог прочесть удивительные пьесы Рупы Госвами, Лалит Мадав, Видагда Мадав, Уджвала Ниламани, трансцендентные произведения. And I would not have received instructions from Rupa Goswami
in a very high level of Raganuga Bhakti. И думаю, сколько же наставлений я получила возвышенных таинствах в таких сферах Рагануга Бхакти от Рупы Госвами за эти годы. Санатанам там правамасриами. I am so grateful. Thank you, Санатан. Поэтому спасибо, 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 Санан Госвами, за твою доброту, милость. Only by your kindness my life became successful. То есть благодаря тебе моя жизнь стала успешной. So he is praying Vairagya Yug Bhakti Rasam Prayatna. Vairagya Yug Bhakti Rasam. This nectarian love for Krishna is enriched with Vairagya, complete detachment from this world. Вот эта любовь к Кришне, она пропитана Vairagya, полной отстраненностью от всего мирского, то есть полным чувством отречения от всего мирского. You see, when our mind is contaminated, когда ум загрязнен by the tamagun, rajagun, ignorance and passion, из-за влияния материальных энергий, невежества, страсти, then the sound of the word vairagya is exactly like nails on a blackboard. Слово вайраги, отречение, оно кажется как это скрипом ногтей по стеклу или там по доске, или мелком там кто-то шкрябает. Вот этот звук вайраги просто невыносим для нас. And when a sadhu is speaking about the importance of vairagya, everyone starts to sweat. И когда кто-то саду, кто-то рассказывает нам о необходимости вайраги, мы покрываемся испариной, так жарко как-то. And when would this part of the class be over? Я думаю, поскорее бы он уже закончил про эту вайрагию. But why? This is only our attitude towards the vairagya, the detachment from this temporary material plane, is just coming from ignorance. Но почему у нас такая аллергия на вайрагию? Потому что мы находимся под влиянием невежество и страсти, и вот эти привязанности держат нас крепко в этой материальной среде. One Vaishnava wrote in regard to Raghunath Das Goswami, he said that he embraced the beautiful goddess of Vairagya. Один вайшнав, прославляющий Раганата Дас Госвами, сказал, что он крепко вхватил в объятия прекрасную богиню Вайрагью. So for the men you can think, or for the ladies you can think of some god. If some beautiful demigods came here and said, please embrace me. То есть представьте, дамы, представьте себе Купидона, мужчины, представьте Афродиту. Then, вот, если она пришла, okay, говорит, if you exist. Обними меня, дорогой. Ну, уж не скажешь, ну, раз уж ты пришла. And then you feel great happiness embracing that goddess. Обниму тебя, так и быть. А потом вы счастливо расплываетесь в улыбке, хоть и в объятии богиню. But for those whose consciousness is pure, they spit on this. Но те, чье сознание очищено, им омерзительно вот эта идея, эта богиня сейчас придет обниматься, они просто плюются при мысли. Like Ямуначарья Шустуни Стивеном, when I think of embracing a woman, I spit. Ямуначарья, он говорит, если только мысль такая закрадется в голову, что надо даму какую-то обнимать, то мне так противно, говорит, становится, хочется сплюнуть. But when our mind is contaminated, when we think of embracing the goddess of Vairagya, then we spit. Но когда мы думаем, то, что надо обнять богиню Вайраги, то нам плеваться хочется от ужаса у нас. But our Goswami is like that. Чактуартур намашеша мандала пати сайним садату штават бутва дина ганеша кукаруная копи наканта свято. Гопи баба расат мритабди лахарика лола багно маху ванде рупа санатано рагу госи джива гопалако. The six Goswamis, they were from very royal families and powerful positions, but they abandoned everything. Why? To relish the nectar of Krishna prayer. Но наши Госвами, они совершенно по-иному относились к Вайраге. Они с восхищением, любовью, они приветствовали Вайраги. Все они были из очень аристократических семей, из очень богатых семей. Они все были высокообразованными людьми, которые достигли многого в материальной жизни до того, как этого всего отречься, забыть, как солому на земле. И они все привлеклись бхакти и желанием служить Радхе и Кришне и осмыслить бхавы в Браджа-гопе. So,
Don't be afraid to embrace the goddess of Vairagya. Поэтому не бойтесь богиню Вайрагью. Вам не должно быть страшно обнять её. You are thinking that this is very painful. But actually this is a great pleasure. Вас это пугает, вам кажется это чем-то ужасным, пугающим и болезненным. Но для души нет большей радости, чем обнять Вайрагью. So here Vairagya Bhaktirasam, this sweet Bhaktira's love for Krishna was enriched by the Vairagya, detachment from this world. И вот эта любовь к Кришне была насыщена, украшена вот этой вайрагьей, полным отречением от всего мирского. And vairagya especially means vishesh rupain anurag. Vairagya, vishesh rupain anurag. Very intense attachment for Krishna. А нужно понимать, что вайрагья это не просто какая-то вот искусственная репрессия, притворство, что вы ничего не хотите. Вайрагья это вишеш рупен анураг, это превосходная форма анураги любви, привязанности к Кришне. Because this vairagya that Sanatan Goswami made me drink was not the dry detachment of the yogis who are struggling to control their senses. То есть то та вайрагья, который напоил меня Сварупа Дама, Сананда Госвами, это не та вайрагья, вот это механически культивируемая отреченность йогов, где они очень сильно прилагают сильнейшие усилия оборвать привязанность ко всему мирскому. But it was a very natural forgetfulness of worldly things due to attachment and attraction to the transcendental beauty. А это было просто легкое вайрагья, это было просто полное забвение обо всем мирском из-за привлечения к духовному миру. So vairagya bhakti rasam prayatna. The word prayatna is very important. It means that Sanatan Goswami made many efforts. Prayatna. It's in the Bahuvachanam, plural case. Снова подчеркивается слово «праятная». Очень важно то, что Сананда Госвами прилагал много усилий во множественном числе. Он снова и снова пытался привить вот эту вайрагью Рагунат Даси Госвами. So there's a very sweet sentiment connected with this word. И тут сладкие эмоции кроются в связи с этим словом. You know that every day Srila Sanatan Goswami would do parikrama of the Govardhan Hill. Вы знаете, что ежедневно Шрила Санатан Госвами совершал Говардан парикрама, паломничество вокруг холма Говардана. Каждый день обходил. Srila Sanatan Goswami is the incarnation of Lavanga Manjari. Но он является инкарнацией Лаванга Манджари. He is a siddha, perfect person. He doesn't have to walk for 21 kilometers around a mountain every day. Он сиддха, совершенен. Ему нет необходимости 26 километров каждый день обходить Говардан, там, чтобы духовно совершенствоваться. So then a question comes, why did he do it? Возникает вопрос тогда, зачем он это делал каждый день? Someone may say, Yadyad Acharati Sreshas. Tantad evetro jana asaya pramana kurute lokastadana vatate. As Krishna said in Gita, whatever activities a great person performs, the common people follow. Кто-то может сказать, что подать пример другим, потому что Кришна говорит в Гите, то, что делает великая личность, ну, все остальные массы имитируют его поведение. So, Srila Sanatan Goswami Pad is doing parikrama of Govardhan to set an example for all of us. So we'll also do Giraj Govardhan Parikrama Ki! Поэтому мы можем подумать, что он совершал эту парикраму, чтобы вдохновить нас, дать нам пример всем совершать Гираж Говардан Парикраму. But this is not really the main reason. Но это не являлось его главной целью. Srila Raghunath Das Goswami, he's thinking. The reason he was walking 21 kilometers around Govardhan every day was just to see me. Рагунат Дас Госвами думает, он осмысливает, что он совершал вот это паломничество каждый день, там 20 плюс чем-то километров вокруг Говардана ради того, чтобы повидаться со мной каждый день. Because I was staying at Radhakund and to give me encouragement and teach me and tell me Harikatha, he was walking very far every day just for me. Prayatnaya. Рагунат Дас Госвами так предполагает. Он приходил сюда ради меня, потому что я жил на Радакунде, поэтому, чтобы увидеть меня, он обходил Говардан, чтобы каждый день проверить, как я поживаю, как мое духовное здоровье, вдохновить меня, взбодрить меня. Он все это делал ради меня, вот эти усилия снова и снова. He had no personal motive in coming there. Никакой мотивации личной у него не могло быть обходить Говардан, приходить туда каждый день. Just like Yudhishthira Maharaj has said.
Подобно тому, как сказал царь Юдиштир. Бхават битта бхагаватас тирта бутра своем бибу. Тирти курбанти тиртани сва антастейна гадабрита. After the big battle of the Kurukshetra, when Yudhishthira Maharaj became enthroned as the emperor of the world, then Vidura, who had been on parikrama to all the holy places, he returned to Hastinapur. And when Yudhishthira Maharaj saw him, then he offered this prayer to Vidura. И вот после вот этой кровавой битвы на Курукшетре, описанной в Махабарате, после того, как Пандавы победили, Юдхиштхира Махарадж был коронован императором, то Видура пришел, вернулся из паломничества и пришел навестить Юдхиштхира Махараджа. Юдхиштхира Махарадж приветствовал Видуру вот этими словами следующими. He said, "O Vidura, great saints like you, you are the Tirtha, a holy pilgrimage place personified." И обращаясь к Видуре, царь Юдхиштхира сказал: "О Видура, такие личности чистые, такие чистые личности, как ты, святые, вы сами олицетворенные тиртхи." Why? Because a tirtha, a holy place, is that place where Krishna appears and performs his pastimes. So because, see, Krishna is always appearing in the heart of a sadhu and performing his pastimes there, therefore the sadhu is tirtha, holy place. Что такое тиртха, святое место? Это то место, в котором был Кришна. Его лотосные стопы касались этого места, он явил какие-то лилы. Но так как Кришна постоянно является в сердце чистого вайшнава, являет там свои лилы, то вайшнав становится ходячей тиртхой, такой святым местом. Якони вайшнав ган саконе бриндаван. Where there is a pure vaishnava, that place is Vrindavan, wherever he goes. Должно быть четкое понимание, если где-то находится чистый вайшнав, это место свято, как Вриндаван. Вриндаван там. So if a person being absorbed in material life, he does not have any opportunity or even any inclination to go all the way to Vrindavan, then Vrindavan will come to him in the form of the sadhu. Поэтому есть люди, они материалистичны, они погрязли в материальной деятельности, у них нет финансовой возможности поехать во Вриндаван, а может быть нет даже истинного интереса попасть во Вриндаван. И милостиво вайшнав, Вриндаван приходит к этому человеку в форме вайшнава. Why? Почему? Vaishnava has no interest in traveling all over the world. У вайшнава никакой личной заинтересованности объезжать вокруг мира постоянно нет, куда-то приехать. Mahadvichalanam rinam grihinam dina chetasam nisreyasaya bhagavan kalpate nanyata kuchit. This verse was spoken by Nanda Maharaj. Эти слова были сказаны Нандой Махараджем. When Gaga Muni came from Mathura to Gokul and he was doing Krishna's name-giving ceremony and horoscope in the Goshala of Nanda Maharaj, then Nanda Maharaj spoke this verse to Gaga Muni. Когда великий астролог Брахмат Гарга Муни прибыл из Матхуры в Гокулу провести церемонию наречения имени Кришны, то Нанда Махарадж сказал эти слова ему. He said, "Oh, Gargamuni, Mahadvichalanam Rinam, great saints like you are wandering around the world." Он сказал: "О, Гаргамуни, великие святые, как подобные тебе, странствуют по всему миру." For what purpose? С какой целью они странствуют? Not for name and fame. Не ради того, чтобы прославиться где-то и обрести последователей. Not to collect followers or donations or anything. Не ради славы, не ради почести, не ради денег, only не ради one последователей. Krihinam dina chetasam. Those who are absorbed in their household life and maintenance and whose consciousness is very low, only to give the nisreyasaya, eternal spiritual benefit to those persons. Они идут по миру, странствуют лишь с одной целью, чтобы облагодетельствовать тех личностей, которые погрязли в материальной жизни. Kalpateina nyata kochit. One should never even imagine that they have any selfish motive or other purpose that to benefit others. So Nanda Maharaj prayed to Garga Muni. То есть это будет абсурдным преступлением даже заподозрить, что может быть какая-то другая цель у такой чистой личности в их передвижениях где-то. И Нанда Махарадж это озвучивает, и позже мы слышим, как Юдхиштхира Махарадж это озвучивает, обращаясь к Видуре. So in the same way, Srila Sanatana Goswami was wandering all over Braja. И Сананда Госвами таким образом все время
перемещался по Враджу. Sometimes he would go to a villager, do you have some water? Он иногда подходил куда-то к какому-то фермеру, говорил: водичка есть у вас? Why? Почему? Not because he was thirsty. Ему что, он жажда его мучила? To give that person a chance to do some service for a sadhu and make their sukriti, make their impressions and begin bhakti. Великая милость вайшнава, он задействует кого-то в служении к себе, говорит: дай водички мне. То есть у того человека мгновенно появляется возможность севы чистому вайшнаву, что повлечет за собой накопление сукрити, дальше саду сангу и вовлечение в практику бхакти. He would ask, "Oh, you told me that your daughter is getting married. Is she married yet?" Или спрашивал кого-то из местных: "А вы дочку уже замуж выдали? Вот вы готовились к свадьбе? Все уже произошло?" Yes, yes, all the marriages. Он говорит: "Да, да, выдали." Huh? Are they okay? Все в порядке у молодоженов. Oh, husband is a bit sick at the moment. Ну, муж ее приболел сейчас. You don't worry. You tell him chant Hare Krishna and he's healthy. А Санат Госвами говорит: вы не переживайте, скажите ему повторять Hare Krishna, он быстро окрепнет. In this way, he would just mingle sometimes with the common people and discuss ordinary things. Why? Nothing to gain for himself, only to give them a chance to have a connection with the saint. То есть таким образом он поддерживал дружбу с обычными людьми. Зачем? Даже в эти вроде праздные беседы с ними вступал, там поговорить о том, о сём. Почему? Чтобы дать им связь с вайшнавами, с бхакти, и таким образом облагодетельствовать их всех. Никакой личной заинтересованности у него не было в этом. So vairagyu bhakti rasam prayatne. He said, oh, I was sitting here alone all day. But every day Sanatana Goswami coming, walking 21 kilometers would come and give mercy to me. Поэтому Рагунатха Дас Госвами с благодарностью вспоминает, как Санатана Госвами каждый день навещал его. Понимал, что говорит, я тут жил на Радакунде, а он каждый день приходил ко мне в гости. Ради меня он проделывал весь этот долгий путь. One day Рагунатха Дас Госвами was sitting chanting Харинам. Однажды Рагунатха Дас Госвами сидел и повторял святые имена. Hey Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And from the forest, a tiger came. В это время тигрица выбралась из джунглей. And Sanatana Goswami in the distance was watching, and the tiger was going towards the Raghunath Das Goswami. И тигрица сзади подкрадывалась, медленно шла к Рагунатху Дас Госвами, а Санан Госвами как раз в это время приближался навестить его и увидел это. And then the tiger, he just drank some water of Radhakund and then went back into the jungle. И Санан Госвами стал свидетелем того, как тигрица подошла к озеру Радакунди, попила воды и тихонько убрела снова в джунгли. Сила Санатана Госвами came as, oh, Рагунат! Санатана Госвами подбежал к Рагунату. You should not sit underneath this tree doing bhajan. You should have a bhajan kuti. Он сказал, хватит вот так. A little kuti means a cottage. Сидеть на улице вот так, воспевая джапу. Надо тебе избушку тут, ну, хижинку смастери себе, bhajan kutiру, и воспевай внутри. I'll arrange with some brijabasis to make one kuti for you, and you should do bhajan there, because there are dangerous tigers. Он сказал, мне не нравится вот эта ситуация, это небезопасно, тут дикие звери, хищники выходят из джунглей, я договорюсь с местными, они принесут стройматериалы и сделают тебе маленькую хижинку. So Sanatana Goswami was taking care of the physical health and also the spiritual health of Raghunath Das Goswami. То есть как заботливый отец, он заботился и о физическом благополучии Рагунатха Дас Госвами, и о его духовном здоровье. And from that day, the tradition of bhajan kutis began. И вот эта традиция вот таких. Before that, you know, Madhavendapuri is no kutir. Bhajan kutir началась under a tree or here and there, but this was the origin of the first day of the bhajan kutir tradition. То есть это Санатана Госвами основатель традиции bhajan kutiров, потому что их как таковых не существовало до этого. Все вайшнавы, как Мадхавендрапури, они где сидели, там и воспевали, совершали bhajan. Но вот с этого дня появилась концепция bhajan kutiры. So Raghunath Das Goswami is remembering all the kindness of Sanatana Goswami. И Рагунатха Дас Госвами вспоминает все вот эти эпизоды, все эти случаи, вот эти встречи, вот эти проявления любви, заботы со стороны Шрилы Санатана Госвами Пада. Actually, Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they are like direct Shiksha disciples of Mahaprabhu. They were directly taught by him.
Рупа Госвами. Все эти вайшнавы, Шрила Рупа Госвами Пад, Санан Госвами Пад, Рагунат Дас Госвами, они по факту были шикша учениками читания Махапрабху. But so in that sense they're like god brothers. То есть с этого ракурса они равны, как они как братья. And actually, Raghunath Das Goswami spent more time with Chaitanya Mahaprabhu and Saurabh Damodara in Puri, many more years, more time than Rupa and Sanatan. И если рассмотреть это с ракурса, сколько времени Raghunath Das Goswami провел, сколько лет он провел вместе с Chaitanya Mahaprabhu, общаясь, узнавая все от Saurabh Damodara непосредственно, много-много лет он жил, 18 лет в Джаганнатха Пури, Рупа Санатан. Очень мало времени провели с читанием Махапрабху, крохи времени. And also, Sanatan Goswami never had the ego that he was the guru of Raghunath Das Goswami. И Санатан Госвами сам себя никогда не считал учителем, гуру Рагхунатха Дас Госвами. У него не было такого эго. In his Brihat Vaishnav Toshani Tikaran, his commentary on Srimad Bhagavatam, Sanatan Goswami said, "Oh Krishna, how is it possible to not get your brain when I have friends like Gopal Bhatta and Raghunath Das?" И на самом деле Брихат Тошани в комментариях на Шримад Бхагаватам Санатан Госвами сам пишет: Кришна, как же можно как же я не получу прему к тебе, когда у меня такие удивительные друзья, как Гопал Бхатта и Рагхунат Дас? То есть он Относится к равному. Вайшнав санга, that you must get Krishna prema if you have such friends in your то life. То есть вот эта вера, уверенность в силу But still, Raghunath Das is considering, like his god brother. He's actually he's my guru. Но то есть вот это отношение со стороны Санатана Госвами Пада как к равному. А со стороны Рагхунатха Дас Госвами, как да, он мой брат, но он для меня учитель, он старший мой. He helped me so much. Он мой благодетель, он мне столько помог. Without him, where would I be in my life? Где бы я был без него в жизни? Сколько он сделал для меня? So there is the now the wave of profound humility is coming in. То есть вот это чувство благодарности, сейчас волна вот этого смирения, огромная волна вот этой эмоции смирения вздымается в сердце Рагхунатха Дас Госвами. These are transcendental emotions. Это воистину трансцендентные эмоции. Now those under the grip of Kali Yuga, they don't respect the God brothers and God sisters. У нас даже таких мирских нет эмоций. Сейчас те, кто оказались под влиянием века Сор, вот этого тьмы Кали, они не уважают своих братьев Боги, даже не уважают старших вайшнавов. They can think, oh, I am guru, I am acharya, who is he? Каждый дум, у каждого появляется гуру Абиман. Я гуру, все остальные кто они? Кто они мне будут указывать, что мне делать? That person, he doesn't even know Siddhanta or anything. Или думать, я больше Сиддханты философии знаю, чем вот такой-то. So this is all the darkness of Kali Yuga. Но это уже влияние тьмы Кали-Юги. Это печально. Try to follow the example of our Goswami. А равняться нам надо на планку идеала, на поведение наших Госвами, как они относились друг к другу и ко всем, вообще во всем. Абхайан мам ману бипсамандхам. I was blind and I did not want to drink this nectar. But still he made me drink this nectar. Рагхунатха Дас Госвами так вспоминает, говорит, я был настолько слеп, я отказывался пить этот нектар, но он настойчиво заставлял меня выпить этот нектар. This is the profound humility of Raghunatha Das. И вот это выражение вот этой удивительного смирения Рагхунатха Даса Госвами. What to speak of Vaidhi Bhakti, Raghunuga Bhakti? Even one cannot do Vaidhi Bhakti without humility. То есть что же говорить о сфере спонтанного преданного служения? Человек не сможет воистину исполнять Vaidhi Bhakti, если у него нет искреннего смирения. Even one cannot be reasonable or rational without humility. То есть без смирения с человеком даже он будет неуправляемым, он не сможет даже трезво мыслить вообще и услышать что-то разумное. First the virtues of humility come. After that you can think about things. Otherwise, when the mind is passionate and proud, then the intelligence is corrupted and cannot even. You think that you're being logical, but you are being irrational. То есть логика будет избегать человека, который не кроткий. То есть сначала должна проявиться кроткость и смирение, и только тогда ум
станет трезвым, потому что когда много вот в уме гордыни, это вот страсть настолько влияет, ум нестабилен, человек даже нелогичный, ему кажется, что он все аргументирует логично, но это далеко от истины. So, Chaitanya Mahaprabhu said, Trinada Pisuni Chaina Tarora Pisuna Amanena Manadena Kirtanya Sadahari. Being, considering oneself more worthless than a straw, than a blade of grass, and being more tolerant than a tree, giving respect to everyone and not expecting respect for oneself, one should continuously chant the holy name. Поэтому Чайтанья Махапрабху призывает всех к идеалу стандарта поведения, дает этот секрет возможности непрерывно воспевать святые имена. То есть призывает человека быть, чувствовать себя ничтожнее стебелька травы, относить, не ждать почти, быть терпимее дерева, с почтением относиться ко всем, не ожидая почтения к себе, и непрерывно повторять имена Господа. These are the symptoms. И если появится вот такое поведение в человеке, то это симптоматика того, что он истинный вайшнав, если он себя так ведет. Those who are not humble. Потому что если в человеке отсутствует смирение, those whose hearts are very heavy, they cannot experience the gentle, the flow of bhakti. То есть гордецы, они будут слишком, сердце гордецов будет слишком огрубевшим, нечутким, оно не сможет вкусить вот эти очень деликатные всякие оттенки любви бхакти. Bhakti is very fine, it cannot be experienced by the gross heart. Потому что бхакти это как кружева, это что-то ажурное, такое невесомое, деликатное, грубое сердце не может вобрать это. So those who are, have humility, they feel the regret and repentance for their faults. Потому что когда вот это приходит смирение, появляется покаяние, раскаяние, признание собственных недостатков, и появляется тогда чуткость. The modern, in the modern age, people are following enlightenment thinkers. Многие люди в современности следуют этой теории философов эпохи просветления. The so-called enlightenment. Так называемого просветления. Like a John Locke. Например, Джон Лок. He taught that everyone's mind is when they are born tabula rasa, a blank slate. Он говорил, что все рождаются с таким как нулевым сознанием, что сознание такое чистое, как лист бумаги. And on that blank slate you can write anything. То есть когда человек рождается с нуля, можно все наложить в него, вложить и развить. So all the persons with a modern mentality, I think I'm fine. If there's any problem with me, it was someone else's fault what they wrote on me. Поэтому люди, вот, которые следуют такой философии, они думают, что с ними все в порядке, так как со мной все в порядке, это другие виноваты, если что-то не так, но это не я. Я сам идеален. But this is not the religious, true religious conception. Но это неверное, это неправильное понимание ситуации. Even in Christianity, everyone knows that we are born in a state of the sinfulness. То есть в христианстве все знают, и в католическом, и православном, что все родились из греха. То есть уже несут в себе грех с рождения. In Vedic culture, there's a very clear explanation of the reason for that is because we have had so many previous lives. And it's only due to the karma of previous lives we have again taken birth. So the fact that we are born in this world means that we are corrupt by past life sins. То есть многих эта идея пугает и отторгает, как глупо, как это родились в грехе и с грехом, непонятно. Но ведическая концепция, ведическая философия объясняет это. У нас было множество прошлых жизней, воплощений неидеальных поступков, за которых мы снова и снова воплощаемся. То есть поэтому, говорится, мы родились уже с этими грехами, собранными за прошлое, и мы приносим этот багаж с собой в эту жизнь. So there is no spiritual life without the awareness. Always the awareness. I am a fallen person. Ainanda tanuja kinkaram patitam mam vishame babambudu. O Krishna, son of Nanda Maharaj, I have fallen into this dark world of material existence. Поэтому истинная духовность начинается вот это именно с осознания собственного падшего положения и покаяния, признание, что мы не богини, там и боги, что у нас очень много грехов,
И чтобы возвыситься, мы должны признать это, покаяться и молить Господа о том, чтобы Он принял нас своими истинными слугами. So there is no spiritual life unless the person is aware of their wretched and fallen condition. Always. Никакой речи о духовной жизни идти не может и истинной религиозности, если человек не признает своего падшего положения. И всегда он должен памятовать об этом положении всегда. And then after that, the true spirituality can begin. И вот это глубокое осмысление поможет человеку трансформироваться, и тогда он перейдет на следующий этап духовного развития. Unless one is aware of one's fallen and contaminated condition, he will not even surrender to Guru. Because why? I'm great. Если человек думает, что он идеален, то он никогда и не задумается о том, чтобы предаться духовному учителю. С какой стати, если со мной все в порядке, чему меня кто-то может обучить? So you can see in each word of this prayer, so many beautiful and important essential emotions are there. То есть, вот если вы так размышляете об этой поэзии, об этой молитве, видите, что каждое слово насыщено удивительно глубокими духовными эмоциями. Vairagya. Vairagya. First. Отречение. The joy of embracing the goddess. Восторг по поводу возможности обнять богиню отречения. Yug bhakti rasam prayatnaya, the gratitude for the hard efforts of the sadhus who come to selflessly help us. Искренняя благодарность в адрес тех бескорыстных святых личностей, которые приходят в нашу жизнь и часто приходят снова и снова возвращаются, чтобы помочь нам возвыситься. Апаянам мамману бипсамандам. I was blind and even I did not want bhakti. So the humility and the repentance. Выражает его смирение и покаяние выражается в словах, что я был слеп, я даже не хотел бхакти, отказывался от него. The poetry of our saints is so rich. Поэзия наших ачарий, наших мастеров бхакти-йоги, но очень насыщенная и богатая. So now he's remembering. Kripambudi yaha paradukadhuki. Oh, Sanatan Goswami, he is an ocean of mercy because he cannot tolerate to see others suffering. И он говорит, восхищенно отзывается Санатан Госвами, говорит, что он океан, бескрайний океан доброты и милости, потому что для него непереносимо страдания других. He saw me suffering and came and gave kindness. Kripambudi, he's like an ocean of mercy. Он настолько добрый, он увидел, что я страдаю, и он решил помочь мне. It has a very deep meaning. В этих словах кроется глубочайший смысл. Kripambudi, who is an ocean of mercy? Kripambudi, кто является океаном милости? Someone who gives you Christmas card. Кто-то вам открытку дал на Новый год, это океан милости. Someone who buys you a car. Или кто-то, кто машину вам подарил. Или купил. What is the fullest extent of mercy? В чем выражается истинная милость и предел милости? Srila Rupa Goswami has prayed. Yam kama pi prajapate kritam vrishabhanu jaya prakshaso pakshapada vimmanuruddhamana sadhyastadistakataneni kritatam tartayanti Devim Gunai Sulalitam Lalitam Namami. I bow down to Lalita Sakhi. Rupa Goswami молится, я склоняюсь перед Лалитой Сакхи. Lalita Sakhi is the best friend of Shrimati Radharani. Которая является лучшей подругой Шримати Радхарани. And as she's going about her services in Braja, she's always on the lookout. И Лалита, пока она занята своими делами, ходит по Браджу, делает какую-то севу, она все время присматривается ко всем. And one day she saw a very young gopi. Она очень наблюдательна. Однажды она заметила одну юную гопи, пастушку. And she said to her, "Oh, where are you going?" Спросила, ты куда идешь? I am going to Varsana. И эта девушка растерялась, сказала, я на Варшану иду. And why are you going to Varsana? А почему ты туда идешь? Because even though I know that I've heard that it's quite difficult, but I have some ambition. I want to serve the princess, the daughter of Vrishabhanu Maharaj. Эта юная девушка ответила, потому что у меня есть одна мечта. Я слышала о том, что это, возможно, очень сложно будет исполнить эту мечту, но мне очень хочется стать служанкой дочери царя Вришабану. Oh, don't you worry.
leave it up to me. And she embraced that girl. Ну хорошо, тогда пойдем со мной, я обо всем позабочусь, ты не переживай. And then brought her by the hand into the company. Into the palace and directly to Radhika. И Лолита тогда берет за руку эту девушку и ведет ее напрямую во дворец Вришабану Махараджа и представляет ее, знакомит ее с Радхикой. So Srila Raghunatha Goswami, his brain, Navam Devyam Kavyam Sukritam Atulam Natatkulam Prahali Gudata Sakhi Ruchiravina Dwanigati Kadasne Holasa Lalita Lalita Prairana Balat Salajam Gandharva Sarasama Asakrit Shikshayati Mam. When will that day come when the Lita will bring me by force and put me in front of Radharani? И Рагунатх Дас Госвами тоже в одной из молитв выражает вот эту амбицию. Когда же Лалита Саки за руку подтащит меня прямо к Радарани? And she will say, O Radhika, this Apurva Lavanyavati, that means unprecedentedly radiant young girl, is very qualified to be your maidservant. И представит меня Радхи и скажет, вот это непревзойденно сияющее юная гопи хочет стать твоей служанкой, Радика. So you must accept her. И поэтому ты обязана принять ее в круг своих служанок. And Radharani is also very humble. So if someone is given her maidservant, she becomes shy. Радика тоже скромная всегда, ей неловко, и кто-то говорит, вот у тебя будет служанка. Ей тоже стыдно от самой идеи, что она должна принимать служение от кого-то. But what you have to know is, if Lalita tells Radharani to do something, she cannot say no. Но фокус в этом, even то, she's afraid to say no. Если Лолита что-то хочет от Радарани, Радарани не может ей отказать, она побоится сказать нет Лолите. Because one of the 25 qualities of Radhika is Sakhi Pranayita Vashaha. She's controlled by the love of her friends. Потому что одно из 25 трансцендентных качеств Радики то, что она полностью контролируема любовью своих подруг. So then without hesitation, oh, when will Radhika embrace me and I'll feel the drips of the tears of affection falling on my face? Тогда, ну, когда же Радика, не колеблясь, тогда встанет, обнимет меня, и я почувствую, как на меня капают ее слезы, слезы радости. Then Radhika will hold my hands and look in my eyes and say, "What shall I do with you?" И Радика возьмет меня за руки, посмотрит мне в глаза и скажет, "Ну что тебе с тобой делать?" Mm-hmm. So then Lalita will say, "Teacher, your latest poem." А Лолита скажет, ты расскажи ей свою последнюю, свой этот стих, научи, обучи ее твоему стиху, который ты написал. Навам дивьям кавьям. Because Radharani likes to write poetry. Радика пишет стихи. About Krishna. О Кришне, конечно. So then Radhika teaches the poem to that maidservant, and next time when she's sitting with Krishna, then that maidservant will come and recite this poetry. И тогда Радика обучает своей поэзии своих служанок, и позже, когда Радика где-то проводит время с Кришной, то одна из манджари выйдет и наизусть расскажет это стихотворение. Навам дивьям кавьям сукриттам атулам на таткулам. Oh, Radhika, Lalita says, I saw that you were writing a drama. Why don't you give the script to this girl and she can play a role in your drama? Лолита подсказывает дальше Радике, что делать. Также я заметила, что ты пишешь сценарий к театральной постановке, поэтому дай ей роль в своем спектакле, Радика. Пусть она играет там. So some pastimes of Radha Krishna manifest, and some just go on in Radharani's heart in her madness. То есть есть лилы. And then she makes these into poems, and then Krishna can also see. То есть есть в реальности лилы и Радхи и Кришны, которые происходят, а некоторые происходят в голове у Радхики лилы, и поэтому она их описывает в своих сценариях и потом ставит в спектакле на основе вот этих лил. There's one type of meeting called Vishesh Gona Sambhog. That means special secondary type of meeting. Одна разновидность встречи, которая называется Vishesh Gona Sambhog. So sometimes Radhika, in her separation, she experiences meeting with Krishna, and a beautiful pastime takes place. То есть Радика иногда, находясь в физической разлуке с Кришной, она в сердце встречается с ним, и происходят какие-то сладкие лилы. But at the same time, Krishna is somewhere else, and there he is also feeling separation, and he's experiencing the same meeting with Radhika. This is Vishesh Gona Sambhog. Не фантазии, Vishesh Gona Sambhog, когда одновременно и Кришна испытывает то же самое. То есть это как будто бы во сне у них или в мечтах, но они одинаковое видят, и Кришна испытывает те же самые лилы. That is illustrated in Srimad Bhagavatam in the pastimes of Usha and Aniruddha. И если вы знакомы с лилами дочери вот этой Банасуры Ушей
И Анирудхи, вот это то же самое происходило, вот это мистическая встреча. So if Radhika has some internal experience, when she does not tell to Krishna, but she can make a drama, and when the Manjaris do that drama, then Krishna sees, I also had this experience. То есть иногда Радика испытывает вот эти мистические состояния, она не рассказывает, вот Кришна, я видела тебя в трансе, мы то и то делали, но она описывает это в сценарии, потом Манджари играет роли Радхи и Кришны там в сценарии, и Кришна видит это в спектакле, и он шокирован, потому что он думает, я то же самое уже видел. И он понимает, что это не было воображением, это действительно случилось. This is seva. Вот это настоящая сева. Навам дивьям кабьям сокртам аталам нататкулам прахели гурата сакивручу навина праджасати Браджасати. Here is the she's saying Прахели Гурарта. Прахели. Радхарани holds my hands and looks in my eyes and said, what will I do with you? Радхика, держа меня за руки, посмотрит меня в глаза и скажет, ну что с тобой делать? Лалита Сакхи says, teach her some Прахели. А Лалита скажет, научи ее загадкам. Прахели means riddles. Загадки это Прахели. So then Radharani whispers in the ear. Radhika прошепчет что-то на шепчете на ушко. Then later, when Radha and Krishna are holding hands and walking on the bank of Yamuna. И позже, когда Радха и Кришна встретятся, будут держась за руки, прогуливаться по берегу Ямуны. Some manjaris are either side with chamaras. А вокруг по обе стороны от них стоят манджари, махивают их чамарами. And some manjaris are in front with baskets of flower petals and they're strolling. Другие девушки идут вперед. And Radha Krishna strolling in a rain of flower petals. Принц и принцесса Радха Кришна прогуливаются, а юные манджари забегают вперед и из корзинок достают лепестки и бросают, делают такую как живую арку над Радхой Кришной, и они идут под вот этим. And they're having their sweet prema alap, loving discussions. Под этими лепестками очень романтично все, и они ласково беседуют. So if one of the younger manjaris can say a riddle to Sri Krishna and Krishna cannot answer, then this is Radharani's glory, because if even her maidservants are smarter than Krishna. То есть и для Радхики очень выгодно, что если одна из ее юных служанок сможет загадать загадку Кришне в этот момент, на которую он не найдет ответа, то это докажет, что не то, что сама Радхарани умнее его, ее служанки юные умнее его, поэтому Радхика всегда готова обучать их новым загадкам. So all are walking and joking and singing. Все гуляют, Кришна шутит, там все смеются, поют. Govinda Jai Jai Gopala servant came in front of Krishna. Одна служанка выходит, становится перед Кришной. Hey, Shyamasundar. Shyamasundar. Can you tell me what is young and old? Ответь мне, что at the same time. Что одновременно юное и старое? That means Bal and Brida, young and old. Bal и Brida. Что является одновременно юным и старым? And Mukta and Banda. Liberated and in bondage. И при этом одновременно освобожденным и связанным. At the same time. Одновременно. And Shuddha and Tama. Одновременно чистое. Pure and in Tama, ignorance.
и в невежественном. You cannot be pure and ignorant. Потому что невозможно быть и чистым, и в невежестве. Шуда и тама невозможно быть. То есть отвечай. Кришна, Кришна задумался. He was thinking. Думал. Then see Krishna burst out laughing. Aha! Radharani's braid. Расхохотался и ответил: коса Радарани. Because Radharani is young, so her hair is also young. Радика юная, поэтому волосы тоже юные. But whose hair has grown very, very long is called Vridha. Но так как коса очень длинная, это называется уже Vridha, что уже такая зрелая. And Radhika's braid is bound. Она связана. And sometimes when she plays with Krishna in the kunj, she becomes mukta. То есть волосы иногда заплетены, иногда в кунжах с Кришной они коса расплетается и это копна кудряшек. And it is tama dark. И волосы тама темные. But also shuddha pure. Но чистые. So, oh, Krishna guessed it. Кришна отгадал загадку этой мантры. Okay, Radharani think I have to think of some more riddles. Надо что-то похитрее придумать. And teach them to my maid servant so they can embarrass. Надо им дать новый запас новых загадок в следующий раз, чтобы вот так this украсить. This time he was too smart. Он думает, ну в этот раз, конечно, он умным оказался. Сакиру чирабина дваникати. Oh. Radhika is holding the hands of her manjari, looking in her eyes, saying, "What will I do with you?" И Радика держит за руки свою новую служанку, смотрит ей в глаза, говорит, "Ну что с тобой делать?" Lalita Sakhi said, "Teach her how to play the vina." Лалита подсказывает, научи ее, как играть на вине. So, Radhika has a vina called Mahati. У Радики есть вина, которая называется Махати. So she took that maidservant alone to a secluded place. Радика отвела эту девочку с собой куда-то в уединенное место, нашла тихое местечко. And began to teach her how to play very beautiful raga. Демонстрировать ей, как играть удивительно красивую рагу, мелодию на вине. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Full of rasa. Hare, is it? And then the sanchi bhav comes and mixes, becomes bhav sani. Hare. Sanchi bhav, там столько эмоций кроется в этой мелодии. Full of rasa. And Radhika is teaching her then that Manjari is trying and also trying to play. И Радика учит и показывает, как играть, и юная ее служанка тоже старательно учится, пытается повторить. Krishna was taking the cows to graze nearby. He heard a sound. What is that? В это время мимо проходил Кришна, он вел коров на пастбище, и он слышал этот звук, подумал, что это. He snuck away. И он отошел от друзей, от стада. Quietly through the forest. И тихонько-тихонько покрался через лес туда, к этому месту. And he looked through the bushes. И стал подглядывать, забрался в кусты и стал подглядывать, что там происходит. And saw Radharani showing how to play. И увидел, как Радика вот растягивает эти ноты и учит девушку тут играть. And hearing the soft fingers of Radhika pluck the strings of the vina. Krishna felt as if Radhika was plucking his heartstrings. И вот, наблюдая за тем, как вот эти мягкие подушечки пальцев Радики, они так перебирали по струнам этой вины, Кришне показалось, что Радика играет на струнах его сердца. Then Radhika gave the vina to that Sakhi. И когда он увидел, как Радика передает вину этой манджари, and being trained by Radhika, as she began to play. As she was plucking the strings, then Krishna could think, oh, now the magic also is plucking my heartstrings. И когда уже благодаря вот этим репетициям с Радикой она тоже мастерски могла сыграть эту же мелодию, Кришне показалось, что тут как снова Радика играет, что тоже как будто бы она играет на струнах его сердца. So this is called Kripam Buddhi. Это называется Kripam Buddhi. The ocean of mercy. Океан милости. That means the fullest extent of mercy is the mercy of that person who can bring you into the service of Srimati Radhika. То есть понимание, что такое истинная милость, кто истинный благодетель, океан милости, это тот, кто может приблизить нас, дать нам возможность, как задействовать нас в служении Шримати Радарани. Тот и есть океан милости. So, just as Lalita Sakhi can catch any young maiden of Braja, and by her order, Radhika must accept her. So similarly, Raghunath Das Goswami is remembering Bairagya Yoga Bhakti Rasam
Sunan Goswami made me taste the nectar of Bhakti Rasa, and in the form of Labanga Manjari, she gave me to Lalita Sakhi, and then Lalita Sakhi came and brought me into the service of Radhika. И вот подобно тому, как Лалита постоянно активно вербует девушек, чтобы они служили Шри Мати Радике, и она полноправна, она может вынудить Радику принять любую в группу служанок. И Рагунатха Дас Госвами вспоминает, как Сананда Госвами, будучи Лаванга Манджири, он вот так тоже искусно, терпеливо вербовал Рати Манджири, и потом познакомил с Лалитой Сакхи, которая уже представила Рати Манджири Радике, и та приняла ее в служение. So he's weeping. Kripam budhiya paraduka duki. И со слезами на глазах он благодарит Сананда Госвами. Санатанастам прабхамасрайами. I take shelter of that Sanatana. Вот я принимаю полное прибежище этого Санатаны. You should know that Srila Prabhupada received diksha from Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Шрила Прабхупада получил дикшу посвящение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. But in 1968, when our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj left this world. Но когда в 1968 году, когда наш учитель нашего учителя Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж ушел из этого мира, а он приходился саньяса гуру для Шрилы Прабхупады. When he received the telegram from India, и когда Шрила Прабхупада получил телеграмму, которую из Индии послал Шрила Тривикрама Махараджаму, then Шрила Прабхупада was crying. И получив эту телеграмму и прочитав сообщение, Шрила Прабхупада разрыдал. And you can hear the recording of Srila Prabhupada's class that day, and he's crying in the class. Есть запись этой лекции этого дня, аудио в архивах, когда Шрила Прабхупада завершил лекцию, и вот он, получив эти новости, он рыдает. And Srila Prabhupada took this verse at the last line, Sanatanas tam pramastrami, and said, Shri Keshava tam pramastrami, I take shelter of Srila Bhakti Pragyan Kesava Maharaj, who was an ocean of mercy, who made me taste the nectar of Bhakti Rasa and renunciation. И тогда Шрила Прабхупада взял, позаимствовал вот эту молитву Рагунатха Дас Госвами и поменял имя Сананда Госвами на Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа и поблагодарил и выразил свою благодарность океану милости Шрили Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа. So same mood that Srila Raghunath Das Goswami had towards Srila Sanatana Goswami, Srila Prabhupada had this mood towards our Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami. То есть Шрила Прабхупада по отношению к нашему Парам Гурудеву испытывал тоже чувство вечной благодарности, признательности и восхищение по отношению к Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджу. Те же самые чувства, которые испытывал Шрила Рагунатха Дас Госвами по отношению к Шрили Санатане Госвами Паду. So, Шрила Рагунатха Дас Госвами Паду, Санатанам стан, Прабхум асраями, I take shelter of Sanatan, who is my Prabhu. И Рагунатха Дас Госвами говорит, я принимаю прибежище у Шрилы Санатаны Госвами Пада, который является моим Прабху. Prabhu means one who has capability. Прабху — это тот, кто обладает силой, влиянием, способностью. Чайтанья, Шри Чайтанья is Махапрабху. Шри Чайтанья Шри Чайтанью мы называем Махапрабху. And Нитянанда Прабху and Адвайта Прабху are the two Прабхус. То есть у нас есть Махапрабху, потом Нитянанда Прабху и Адвайта Прабху. So who has capability, who has spiritual prosperity, is called Prabhu. Тот, кто духовно богат, он Прабху, он способный, он. Bhu means existence. Bhu означает существование, бытие. And pra means prakrista rupen, who has the most excellent existence. То есть тот, кто живет лучше всех, он Прабху. And is therefore capable of giving the most excellent existence to me. Pra, he's called my Prabhu. То есть pra это самое совершенное бытие, тот, кто вот так живет таким лучшим образом и может поделиться это с нами, вот это есть для нас Прабху. So the mercy of Srila Sanatan Goswami is essential for all on the path of Рагануга, especially Рупануга Бхаджан. Но вот эта милость Сананда Госвами падает необходимый ингредиент в жизни каждого садака, который стремится стать на путь Рагануга Бхакти, особенно стать последователем, практиковать Рупануга Бхакти. Because Srila Raghunath Das Goswami has prayed,
Ядичер абасам браджубуви срагам пратиджану ювадандам татчат паричаритон арад абиласей сварупам сирупам сагана хия тасья граджамапи спутам премя нитям смарана матадаствам сринумана. О, my dear mind, if you want to attain the very intimate services of Radha and Krishna in the kunjas of Vrindavan, обращаясь к своему уму, Шрила Рагхунатха Дас Госвами говорит: мой дорогой ум, если ты хочешь вовлечься в служение Радхи и Кришны в кунджах Вриндавана, then lifetime after lifetime, то из жизни в жизнь, with great love, с величайшей любовью, bow down again and again, снова и снова кланяйся, and always remember, и вечно памятуй. Сваруп Дамодара Госвами means Лалита Саки. Великих. Сваруп Дамодара Госвами, который является Лалитой Саки. Рупа Госвами. Рупа Госвами. That is Рупа Манджири. То есть Рупа Манджири. Сагана and Сагана, his group. И его группу. Гопал Бхатта. Остальные Гопал Бхатта, Рагхунат Бхатта. And Тасьяг Раджамапи. And also his elder brother or sister. И его старшего. That means the elder brother of Рупа Госвами is Санатан Госвами. And the elder sister of Rupa Manjari is Labanga Manjari. То есть там так трактовать можно в санскритском Рупа Госвами группу и старшего. То есть может быть старшего брата или старшую сестру. То есть в садак форме старший брат Рупа Госвами это Санан Госвами Пад, а старшая сестра Рупа Манджари это Лаванга Манджари. So the honor of two Srila Sanatan Goswami is so essential. Поэтому очень важно понять, кто такой Шрила Санатан Госвами Пад, и всячески прославлять его, почитать его и обращаться к нему за милостью. And because Kripambudiyo Paraduka Duki, he can give the highest thing, service of Radha and Krishna. И так как он сам Прабу, он живет самым прекрасным образом, обладает возможностью поделиться этим с другими, и он является океаном милости. One may say, but Raghunath Dasa Swami is always speaking, the highest thing is the service of Radha Krishna. The highest thing is the service of Radha Krishna and Radha Krishna and Radha Krishna. Why is he not mentioning the service of Chaitanya Mahaprabhu? И кто-то может прийти в недоумение, почему Рагхунат Дас Госвами всегда вот только говорит, только что выше это служение Радхи и Кришны, только говорит Радхи и Кришны, Радхи и Кришны, Радхи и Кришны, почему он не говорит о служении Чайтанья Махапрабху? Дармам надармам шутикана нируптам тилакру бражи рада кришна прачара паричарьям хиятану сачисунам нандишварапати судаттвай гуру барам мукунда прастаттвай смарапарам там мана. Here he's saying, oh my dear mind, forget all the rules and regulations described in the Vedic Dharma. Рагхунат Дас Госвами, обращаясь к уму, говорит, да, позабудь о всех вот этих, о всей праведности, религиозности, описанной в Варнашрам Дхарме. Because the culmination and the perfection of all the rules and regulations of Shastra is the service of Radha and Krishna. Истинное высшее призвание всех правил и предписаний — это служение Радхи и Кришне. Это их предназначение, всех правил и предписаний. But what about Chaitanya Mahaprabhu? А что, как же тогда, а что делать с Чайтанья Махапрабху? Сачисунам нандишварапати сутаттвай гурубарам. О, my dear mind, always remember that Krishna, the son of Nanda Maharaj, is Chaitanya Mahaprabhu, is the same person. Мой дорогой ум, всегда помни о том, что Кришна и есть Чайтанья Махапрабху. Гурубарам. You should. That means it goes two ways. One meaning is you should see Guru Dev is a very near and dear associate of Radha and Krishna. Guru Varam. То есть первая трактовка, что нужно понимать, что духовный учитель это приближенная служанка Радхи и Кришны. And the other meaning, Mukunda Prastatvai Sachisunam Nandiswarapati Sutatvai Guru Varam. That is always remember that Chaitanya Mahaprabhu is the form of Krishna. He's the son of Nanda Maharaj. In the form of a bhajan shiksha guru. И тут Рагхунат Дас Госвами поясняет, как правильно относиться к Чайтанье Махапрабху, что это и есть сам Кришна, но это он принимает, играет в нашей жизни роль лучшего бхаджан шикша гуру. So, то есть для нас он бхаджан шикша гуру. Чайтанья Махапрабху instructed Брадхи Раде Кришна Сейва Манаса Курибей.
Always serve Radha and Krishna in your heart. Чему учил все читание Махапрабху? Служению Радхи и Кришне. Говорит, служите в сердце Радхи и Кришне. So if you serve Chaitanya Mahaprabhu, then you actually not following his instruction. Поэтому если вы начинаете служить, направлять служение на самого Чайтанья Махапрабху, значит это не послушание его наставлением, тому чему он учит. But if your service is pointing towards Radha and Krishna, then you're serving him by following his instruction, because we serve the Guru by following his instruction. То есть мы служим Радхи Кришне, но под руководством Чайтанья Махапрабху. То есть мы его почитаем, исполняя его наставления, воспевание Махамантры, служение Радхи Кришне. Вот такой у нас ракурс отношений с Махапрабху. So, Сачисунум Нандишварапати, that Чайтанья Махапрабху is the son of Нанда Махарадж. И при этом мы знаем, что он и есть Кришна. Many persons think, oh, Chaitanya Mahaprabhu is just Chaitanya Mahaprabhu, but Krishna is Krishna. Потому что многие не признают Чайтанья Махапрабху, его возвышенное положение, как Своям Бхагавана. То есть они думают, Кришна это да, а ну, Махапрабху он не совсем то. Бейдбхав. Они делают это, разделяют вот так. Каура Кришна Абейр Джанире. Srila Bhaktivinoda Thakur said, do bhajan, always knowing, abhed, no difference between Krishna and Gaura. Значит, Srila Bhaktivinoda Thakur призывает нас совершать бхаджан, не делая никаких различий между Кришной и Горой. Наро хари ади кори чабрадулай. The associate of Chaitanya Mahaprabhu named Narahari Sakar. He's discussed in our, he's mentioned in our Gaura Arti. How he's finding Chaitanya. Нарахари Сакар, один из приближенных спутников Чайтаньи Махапрабху, он упоминается в Гаура Арти о том, как он намахивает чамарой Махапрабху. He realized the abhed bhav of that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. Он осознал сам, что Махапрабху и есть Кришна. So when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and left and went to Puri, then he thought, what is this scandal? И когда Чайтанья, то есть он полностью верил, что Махапрабху есть Кришна, и когда Махапрабху принял саньясу и отправился жить в Пури, он думал, что это за возмутительное поведение? This is complete cheating. Что это за обман и вообще безобразие? He wrote, Гопинам кучу кункумена ничитам васа ким апьярунам. Oh, nindat nindat kanchana kanti rasa rasikasli shena gauram vapu. Tasam gada karabi bandama lasal ludgomo drishyate. Ascharyam saki pasya lampatakaro sanyasivesham krito. The meaning is, what is this cheater doing? Он говорит, что этот обманщик творит? You see this sannyasi? Ты взгляните на этого sannyasi. Why is this sannyasi wearing, this Chaitanya Mahaprabhu wearing saffron clothes? Зачем ему шафрановая одежда? Because he is Krishna. Он сам Кришна. And his cloth has become completely covered in the kumkum of all the Brajagopis. Это Кришна, его одежда шафранного цвета, потому что она вся пропитана кумкумой, косметикой. The cosmetic from the body of Brajagopis. So now he's wearing saffron cloth and saying, I am in saffron. О, теперь он всем говорит, видите, я в шафране уже. Ниндат канчана канти раса расикасле ишхина горан вапу. And this Krishna, he's Shamasundar, he's blackish. Why is he golden? Какой знать этот Шамасундар, темный Кришна, вдруг стал золотого цвета? Because rasa rasika asleshena. Because the most rasic person, Shrimati Radharani, and Lalita, and Vishakha, and Chitran, they're all embracing him. Потому что самое. By the embrace of all the Braj Gopis, now Krishna has become golden. Самая расичная личность Шримати Радарани. What kind of sannyasi is this? И ее близкие подруги Лалита, Вишака и так далее, они заключили Кришну в объятиях крепких, и он покрылся их золотой аурой. Ну что это вообще за sannyasi? Тасам гада караби бандана. And now this sannyasi, he's having sattvic bhavs, hairs are standing on it. Теперь этот отшельник, монах саньяси, испытывает сатвика бхавы, волосы встали дыбом на теле у него. Why?
Because of the touch of Shrimati Radharani. От объятий, от прикосновения тела Шримати Радарани к нему. So Ashcharyam, oh Sakhi, this is most astonishing. Вот это потрясающе, что происходит. Pasya Lampatagaro, just look at the guru of all the Lampatas. Вот этот лидер всех этих распутников. Lampat means trist, shut, and kapat. who is a cheater and a deceiver? То есть этот глава всех обманщиков. Especially it means that hero who makes his heroine become upset with him because he went to meet with another heroine. And then after that she became upset with him because he met with another one, and she became because he met with another one. Жухлый. This is a lampart. Ну, просто гуляка. Upsetting all the heroines because he's a Navapriya, that means always looking for new beloveds. Это такой герой, который всегда ищет новенькое, свеженькое, изменяет всем подряд. Одну расстроил изменой с другой, ту же предал, изменив ее с третьей, третью обманул, встретившись с четвертой. И вот так, без остановки, потому что вот он такой. So Ashcharyam Sakhi Pasya Lampata Guru Sanvaya Shivai Sakrito. Oh Sakhi, this is astonishing that this Lampat was the guru of all the Lampats. Это главарь всех развратников. The guru of all the cheating lovers of the world, now he's dressed up like a sannyasi. А теперь он приоделся в одежды саньяси. See, Krishna, he cheated Abhimanyu, he cheated Jutila, Kutila, he even sometimes cheats Chandravali, sometimes cheats Radhika. So Krishna has cheated some people. But Chaitanya Mahaprabhu is cheating the whole world. То есть Кришна уже нехилый обманщик сам по себе. Он обманывает и Джатилу, и Кутилу, и Абхиманию. Чандравали обманывает, саму Радику обманывает. Он знает, как обманывать, но Махапрабху, он такой обманщик, что он весь мир сейчас обманул. This is the bhava of Narihari. И вот это настроение Нарахари. So Raghunatha Swami said, Sachisunam Nandeswarapati Sutatve Guru Varam. Don't forget, my dear mind, that this Chaitanya Mahaprabhu, this sannyasi, is the Lampat Guru, the Guru of all the Lampats, Krishna Vrindavan. Поэтому Раганат Дас Госвами наставляет свой ум, напоминает ему, что ты не забывай, что вот это Махапрабху, это ты есть Лампат Гуру Кришна. Дальше без русского перевода. Oh,
Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna,
Oh,
Thank you.